Полетели. Как много в этом слове для всех, кто следит за судьбой Александра Стрелкова. У 30-летнего ивановца рак желудка, 4-я стадия. Вместе с супругой в среду днем они вылетели из Москвы в Индию в клинику на лечение. Сбор средств продолжается. Деньги ребятам сейчас особенно нужны. А вот как молодую семью провожали друзья и близкие из Иваново. Прийти на ЖД вокзал приглашали всех неравнодушных.